Привет, друзья! Канал «Интересные факты» не мог равнодушно пройти мимо ляпов из школьных учебников. Встречая такие курьезы, опечатки и откровенные глупости на страницах современных учебников, начинаешь жалеть нынешних детей, ведь получать знания по таким шедеврам должно быть очень непросто. Давайте посмотрим вместе. Математикам плевать на всякие там жи, ши. Как вам такое знакомство с классиком? Выучить-то выучили, а как теперь это забыть? Да уж, отец зря времени не терял. В это трудно поверить, но Лев Николаевич Толстой родился через 18 лет после своей смерти. В этой задачке, похоже, Маша и Миша склеили Сережу. Новые правила ударения. Похоже, последствия Чернобыльской катастрофы необратимы. Оказывается, Америка опережает весь мир на год и 8 дней. А что это за зверь? Развиваем экстрасенсорные способности. Мне кажется, что это скорее Иван, нежели Константин. Драматическая история о трагической кончине таракана Митрофана. А образец тут можно? Очень оптимистическое стихотворение. Оказывается, я всю жизнь ошибалась, думая, что это антоним. Возможно, Юрий Гагарин был испанцем? А что это за ахинея? Может быть, такое сильное сокращение? Друзья, если вам понравилась эта подборка, ставьте лайк. Мы старались показать вам фактические ляпы. Оцените наше потраченное время. Всего вам доброго и не допускайте подобных ляпов в жизни. Улыбок вам и тепла. Да, не забудьте подписаться. Пока-пока.